Здравствуйте, меня зовут Лена Верещагина. Я 5 лет была депутатом в своем родном Троицке, потом стала урбанисткой, а сейчас выпускаю медиа о городском развитии «Кто твой город?». И в этом ролике расскажу, как устроены коммуникации в городе. Поехали! Давайте сначала разберемся, что же такое коммуникации в городе. Вячеслав Леонидович Глазычев любил приводить этот пример. Вот представьте, инженер работает с сетями, трубами и нагрузками и представляет город как большую сеть коммуникаций. Ему главное, чтобы все они были в целостности. Архитектор мыслит город формами, пространствами и объемами. А турист, приехавший в город, прежде всего ищет, чтобы интересного здесь посмотреть и где погулять. А житель, возможно, и не задумывается обо всем об этом, и ему просто важно быстро и комфортно дойти из точки А и с точки Б. Но все они представляют город по-своему, используют эти представления для своих действий. Общий результат получается только в том случае, когда эти позиции начинают взаимодействовать и договариваться. Только тогда появляется общее видение и общий образ будущего. Это и есть городская коммуникация. То есть каждый, чья деятельность связана с городом, будь то инженер метро, депутат городской думы или вы, который задумал установить парковку для велосипеда около своего подъезда, уже субъект такой коммуникации. Начиная что-то делать, вы неизбежно в нее вступаете. Чтобы построить новый жилой комплекс, девелопер должен сначала пройти публичные слушания и представить проект общественности. Чтобы собраться на субботник, вы, скорее всего, кинете объявление в местный чат. Да и все мы подписаны на паблик нашего города, где часто публикуют ностальгические фотокарточки. И в то время, когда мы их смотрим, какой-нибудь Петр Павлович, начальник отдела, готовит ответ на официальное обращение ответственного горожанина. И все это примеры городской коммуникации. Просто она бывает очень разной. Коммуникации бывают формальными и неформальными. Формальные – те, которые закреплены в законах, в том числе местных положениях и нормативных актах. А неформальные – те, которые нигде официально не закреплены, но которые складываются в городе на протяжении многих лет. Можно, например, увидеть, как в небольшом городке люди до сих пор останавливаются на улицах, здороваются друг с другом и заводят разговор, просто потому что они давно друг друга знают. Такого эффекта мы точно не будем наблюдать в каком-нибудь мегаполисе. Давайте посмотрим, какие же особенности есть у городских коммуникаций еще. Ну, во-первых, они всегда нелинейны. Чаще всего в городских проектах просто невозможно добиться своей цели, используя только единственный метод коммуникации и идя линейным путем. Обычно путь к успеху – это использование многочисленных, разнообразных и нетривиальных форматов коммуникации. Как говорят, в бою все средства хороши. Коммуникации всегда протекают параллельно. С одной стороны, они нигде не начинаются, с другой стороны, они нигде не заканчиваются. За сценой всегда есть неформальные коммуникации, на арене мы видим формальные коммуникации, все это очень тесно переплетено, и все это влияет на общий эффект. А еще коммуникации можно поделить на сложившиеся и даже во многом устаревшие и актуальные форматы. Наверняка вы помните, каким скучным и формальным языком пишут объявления об отключении, например, горячей воды летом. И каким ярким может быть язык местного блогера, который призывает не поддерживать какое-то вредное, на его взгляд, нововведение. Давайте разберем самые распространенные форматы коммуникации между горожанами и теми, кто принимает решения. Обсудим их плюсы и минусы, а также с чего можно начать и чего добиться. Первое. Публичные слушания и общественные обсуждения. Кстати, большой плюс. Все формы официальной коммуникации закреплены в так называемом 131 законе об общей организации принципов местного самоуправления. Там перечислено довольно много форматов. Это исход граждан, и обращения, и опросы. Но самыми действенными и хоть как-то работающими на сегодняшний день остается всего два. Это публичные слушания и выборы. Чуть больше поговорим про публичные слушания. Если вы хотите быть в курсе того, что происходит в городе и влиять на принятие решений, то советую вам непременно участвовать в публичных слушаниях. Это возможность познакомиться с проектом заранее и внести свои предложения. К сожалению, в 99% случаев ваше предложение не будет принято к действию, но всегда остается тот самый 1%, на него и будем надеяться. Как же устроены публичные слушания? Они состоят из нескольких стадий. Сначала проект публикуется на официальном сайте и организуется экспозиция. Есть место и время, куда вы можете прийти ногами, посмотреть на проект, задать интересующие вас вопросы и внести свои рекомендации в специальный журнал.
В назначенный день проходит собрание участников публичных слушаний. Там собравшихся ждет публичная презентация, собравшиеся обязательно должны зарегистрироваться, а в конце они могут проголосовать с помощью специальных карточек. Вы должны обязательно знать, что результаты публичных слушаний сегодня носят не обязательный, а рекомендательный характер. То есть даже если весь зал, например, проголосует против проекта, он все равно может быть реализован. У этого формата есть важное ограничение. Стать участником публичных слушаний может быть только тот, кто официально зарегистрирован на территории города или имеет в нем собственность. Несколько лет назад появился еще один формат – это общественное обсуждение. Схема примерно такая же, как в публичных слушаниях, за исключением очного собрания участников. Но ознакомиться с проектом и внести рекомендации вы по-прежнему можете. Еще один доступный каждому горожанину формат коммуникации – это официальное обращение и переписка с чиновниками. Большой плюс – можно написать такое обращение за 5 минут, чтобы узнать всю интересующую вас информацию. И вам обязательно ответят. Правда, будет это не быстро, в течение 30 дней. Но есть и минусы. Это ограниченность формальной коммуникации, и зачастую ответы на такие обращения не содержат того, что вы реально хотели узнать. Поэтому рекомендуем использовать этот формат в сочетании с другими, более живыми и менее формальными. При этом ответы из переписки зачастую могут стать поводом для городских новостей и важным топливом для активистских кампаний, если вы хотите продвинуть тот или иной проект. При заполнении формы у вас попросят официальные данные, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, будьте к этому готовы, это нормально. Соучаствующее проектирование, пожалуй, самый модный формат последнего времени. Под соучаствующим проектированием, а иногда его называют еще партисипацией, понимают процесс разработки проекта с участием всех потенциально заинтересованных сторон. Если в обычной схеме проект разрабатывают профессионалы и лица, принимающие решения, то при соучаствующем проектировании привлекают и горожан, и предпринимателей, и общественные организации. Форм соучаствующего проектирования может быть несколько. Их даже принято представлять в виде такой лестницы с несколькими ступеньками. Есть нижние стадии, например, информирования, есть более высокие ступени, например, полноценное партнерство. Сегодня соучаствующее проектирование исходит в основном от городской администрации, проводится по инициативе лиц, которые принимают решения. В частности, когда город участвует в так называемом конкурсе малых городов. Инициировать процесс снизу скорее исключение. Но включиться в обсуждение будущего общественного пространства – это отличное начало и отличный старт для того, чтобы познакомиться с тем, как устроена подготовка подобных проектов, увидеть потенциальных единомышленников и разобраться с подводными камнями. Спойлер, а их на этом пути будет много. Здесь юридических ограничений никаких, и участником общественных обсуждений может быть кто угодно. Поговорим про блогинг и активистские кампании в городе. Этот формат коммуникации привлекает тем, что он наиболее современный и самостоятельный. Порой для него не нужно ничего, кроме времени и смартфона под рукой. В каждом городе есть паблики в социальных сетях, которые первыми рассказывают про все новости, открывшиеся кафе и резонансные проекты. Это отличный и очень современный формат коммуникации, позволяющий делать, казалось бы, закрытую сферу принятия решений в городе прозрачной и открытой. Кстати, администраторы таких пабликов обычно часто откликаются на посты, которые поднимают важные для горожан темы. Но минусы тоже есть. Этот формат коммуникации наиболее оторван от официальной коммуникации с чиновниками и лицами, принимающими решения, хотя иногда и они откликаются на резонансные посты. Так что советуем использовать этот формат в сочетании с личным общением. Не будем замалчивать еще один риск – политический. За каналами и пабликами обычно ведется пристальное внимание, поэтому если ведете коммуникацию там, будьте аккуратны в высказываниях и перепроверяйте информацию. Это, конечно, не единственные формы коммуникации. Почему же иногда коммуникация с людьми в городе не складывается? На мой взгляд, важность и ценность правильно налаженной коммуникации в городах нам еще предстоит осознать. Почему же коммуникация в городской среде иногда не складывается? Причин может быть несколько. Во-первых, задействованы не все форматы коммуникации. Например, ведется только официальная переписка, а живого контакта нет. Вы можете критиковать проект в социальных сетях, но при этом не приходить и не соглашаться на живую встречу. Чаще всего видна только официальная
неформальная и формальная коммуникация, а результаты неформальные и непубличные скрыты от широких глаз, поэтому мы не понимаем, как по-настоящему принимаются решения. Между тем, чаще всего именно на этом уровне неформальной и скрытой коммуникации и принимаются все ключевые развилки и повороты, которые потом переносятся на публичный уровень. Если вы хотите влиять на принятие решений в городе, вы должны иметь в виду и пытаться анализировать и неформальный уровень коммуникации тоже. В теории и практике коммуникации есть такое понятие, как tone of voice. Это то, как именно мы общаемся с теми, кто сидит напротив. Согласитесь, есть разница. Требовательное воззвание или аргументированный и конструктивный язык. Конечно, если о проблеме долго не слышат, градус коммуникации можно повышать, но начинать всегда лучше с позитивного общения. Лучше подходить к коммуникации с позиции, что в городе все потенциальные партнеры, нежели чем потенциальные враги. Немного о хороших манерах. Начиная коммуникацию, важно помнить, что перед вами не соперники, а такие же люди, которые зачастую действуют в строго ограниченной системе правил и норм и не всегда могут их переступить. Поэтому будьте доброжелательны, подкованы и аргументированы. Люди, принимающие решения, работают в условиях строгих норм и обязательств, и иногда просто не могут выйти в плоскость неформальной коммуникации. Можно говорить даже о некотором дисбалансе. То есть те форматы, которые используют чиновники, чаще всего формальные и сложившиеся, а горожане же больше склонны к неформальным и современным. Хотя бывают и приятные исключения. Например, в последнее время все больше коммуникаций муниципалитеты ведут в соцсетях, иногда оперативно и качественно откликаясь на запросы людей. Учитывайте это, используя разные форматы. Еще одна ошибка. Возможно, вы не включаете в коммуникацию всех, кто мог бы помочь сделать ее более эффективным. Иногда диалог двоих сторон заходит в тупик, использованы все возможные аргументы, и тогда может помочь третий, например, независимый эксперт или практик, который уже проходил такую ситуацию. Не стесняйтесь обращаться за внешней экспертизой. Также важно понимать, какой именно уровень коммуникации вам нужен. Иногда решить проблему и запустить проект в городе не получается, и тогда можно попробовать выйти на уровень региона. А иногда помощь чиновников, возможно, вам и не нужна, ведь можно организовать горизонтальное сообщество с горожанами и действовать автономно. Наконец, помните, что коммуникации в городе не существуют в вакууме. Большое влияние оказывает на них буквально все. И такие масштабные вещи, как общая политическая и экономическая ситуация в стране, и даже личные приязни и неприязни. Сегодняшние форматы во многом ограничены и редуцированы и с правовой, и с содержательной стороны. Но все-таки можно попробовать использовать их максимально эффективно. А вот универсальный чек-лист, позволяющий поддерживать коммуникации с городом в хорошей форме. Во-первых, подпишитесь на городские паблики, официальные и неофициальные. Там вы сможете читать новости, быть в курсе проектов и предлагать свои идеи. Обязательно мониторьте официальный сайт администрации. Не забывайте про раздел, где публикуются свежие документы и постановления. Конечно, на первый взгляд он может показаться скучным и даже сложным, но там бывает много полезного. И важно знать заранее, на какой стадии находится тот или иной проект. Не знаете, где получить информацию о том или ином проекте? Напишите официальное обращение. Никаких специальных терминов для этого учить не надо. Спросите просто и по существу. Постарайтесь принимать участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях и проектных семинарах, которые бывают в вашем городе. Ищите единомышленников и не забывайте, что если у вас уже есть сообщество, то вести грамотную и интересную коммуникацию – это верный путь привлечь еще больше людей и добиться своих целей в городских преобразованиях. Что читать и смотреть на тему городских коммуникаций? Рекомендую книгу «Пиши, сокращай». В ней рассказано об инфостиле, который позволяет доносить мысли емко и в то же время ярко. А еще подкасты и материалы, в том числе «На кто твой город», где городские герои рассказывают о том, что у них получилось. Это история успеха, которой не обошлись без сложностей, и зачастую они могут подсказать, как же быть именно в вашем случае. И в заключение хорошая новость. Несмотря на то, получится или не получится коммуникация, у нее есть базовый и неотъемлемый плюс. Это люди, которые вы встретите на этом пути. Сообщество, которое объединено темой любви к городам и делится друг с другом опытом и знаниями, сможет многое. Поэтому удачи и вам!